Олег Груз, встречайте, аплодисменты! Аркадий и Геннадий обзавелись какой-то Надей и уже раз шесть позвонили мне за день. Я говорю, отъебитесь от меня, Бога ради. Повесил трубку и поехал к ним. Кто-нибудь мне объяснит, какого хрена? Это ведь два олигофрена, Аркаша и Гена. И то, что секса века там точно не будет, я тоже знал офигенно. В прихожей эти синие гады были очень долго мне рады. Я сказал, что они уроды. Они сказали, что так им и надо, зато у них для меня и сюрприз. Сюрпризом оказалась тёлка, танцующая на столе стриптиз. Но так как была уже в хламе, оступилась и ёбнулась вниз. Я говорю, братцы, это вот по сценарию или импровизация? Скажите мне, что она сейчас встанет, и мы все весело будем смеяться. Слышь, вставай. Хорош валяться. Аркаша с Геной аж протрезвели, но тут же начали похмеляться. Потом подошли к телу Нади. Бедняжка, мол, так умаялась за день. Как же нам дальше теперь без бляди? Такой, мол, вечер, да так и сгадить. А это в натуре ни жива, ни мертва. То ли убилась нахер, то ли в дровах. Короче, на жизнь не намек. По 150 истока, отойти от шока. А я ведь пришел только-только, а тут у них событий столько. Короче, какие блюдуны, такие блядки. Гена говорит, давайте закопаем его в лесопосадке. У тебя с башкой вообще все в порядке? У меня измена. Душа убежала в пятки, а эти ребятки как будто и не было ничего. Тычут ее ногами. Слышь, подруга, ты че того? Бодрись, Надежда. Нехуй валяться тут без одежды. Да и хуй с ней. Геныч, налей. Грузик, давай накатим, говори тост. За пати. Да ладно, хватит, хули ты. Конечно. А с вами разве могло быть иначе? Ну и все значит. Видишь, Надя, даже не плачь. Она чуть-чуть полежит, взбодрится, и мы продолжим веселиться. По тебе, Аркаша, плачет психбольница. Внезапно Надя начала шевелиться. Такая в трусах садится. Не поняла, что это тут творится. Я хорошо запомнила ваши лица, вы меня изнасиловали, я заявлю на вас в милицию. Я говорю, заебись. А я еще даже не успел напиться. Как тут уже, блядь, от удара о пол забыла, что она, блядь, и начинает нам предъявлять. Я так прикинул, ну это лет пять. Ебать, вот это блядки. Гена говорит, ребятки, давайте ёбнем, закопаем в посадке, и все у нас будет в порядке. У меня есть мешок на балконе. Надя начала понимать, что гонит. Я говорю, ну что, по коням? Надя, в натуре, ты прогнала. Вместо того, чтобы падать со стола, лучше бы ты нам дала. Тут ворвался Аркадий. Понимаешь, Надя, если бы блядям вручали медали, тебе, блядь, первой дали. Мы ж тебя, подруга, пускали по кругу и ждали нашего друга. Понимаешь, о чем базар идет, Надя? Это что? Получается, что я, блядь? Жалко. Только одуплилась, а уже хабалка. Дайте сигарету. И зажигалку. Права была галка. Слово за слово. За палкой палка. Гена подытожил, крепись, Надюха, ты шлюха! Мы по-своему называем тебя медвежье ухо. Я говорю, братуха, все хорошо. А раз все хорошо, то я пошел, в рот я ебал такие шоу. Аркаша предложил на пасашок, а Надя мне вслед. Грузик, ты шо? Куда пошел?
Я ж как-никак живая еще.